В течение 2 месяцев каждый пользователь, зарегистрированный на форуме kurgan.ru, мог проявить себя в качестве рекламщика, придумать новогодний слоган, поздравления, сценарий видеоролика и рекламную кампанию. А так называемый продвинутый юзер – изготовить рекламный флеш-баннер. Оценивала идеи конкурсантов жюри. В его составе люди, известные далеко за пределами Кургана. Сценаристы и креативные продюсеры. Идеи пользователя с ником «Километр» дали высокую оценку. Поздравляю, спасибо, что принял участие. Нетбук, как обещали, продолжайте в том же духе. Не менее интересной идеей поделилась на форуме Леся. За креативную мысль она получила в подарок цифровой фотоаппарат. Очень рада. Под Новый год такой замечательный подарок сама себе выиграла. Вот, будем с Лехой фотографироваться теперь. Около елки, под елкой, с Дедом Морозом, со Снегурочкой и со всеми другими. 3-е место занял форумчанин Рип Ван Винкл за разработку рекламного флешбаннера. Он выиграл MP3-плеер. В народном голосовании участники опроса отметили автора сценария новогоднего видеоролика. Продолжайте писать на наш форум, принимайте участие и в дальнейшем во всех конкурсах, которые будут у нас проводиться. Побеждайте с нами. С Новым годом! Ждут подарки и победителей конкурса, которые не смогли присутствовать на награждении. Как их получить, можно узнать у администратора форума. Константин Пчаков, Евгений Пантелеев, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45».